прошли заседания комитетов и по другим вопросам, например, рассмотрели возможность восстановления памятников культурного наследия. Министр культуры Кировской области Татьяна Мазур сообщила, в ближайшее время несколько крупных учреждений культуры региона ждут масштабные изменения. По мнению чиновницы, одно из самых важных – это реконструкция драмтеатра. Причем преобразится здание не только снаружи. Предполагается, что и техническое оснащение тоже будет заменено. Все это проводится в рамках подготовки к 650-летию Кирова. Но преобразится не только драма, планов и задач у министерства много. То есть наша задача сейчас, первый этап выполнен, все объекты, которые зарегистрированы на территории Кировской области, находятся в государственном реестре. Сейчас состоит задача продолжить эту работу в отношении определения границ памятников, внесения их в ЕГРН. И, собственно говоря, конечно, самая главная задача, которую нам необходимо решать, это, конечно, проводить работы по сохранению.